Привет. Покажешь волшебный мяч? Давай, клади. Давай. Ой, еще раз давай. Нажимай. Это ваш мяч, да? Не? Тимур Камиле купил. Ух ты! Вот это да! Класс. Кто тебе подарил такой мяч, Камила? Тима. Тима подарил? А тут все брейком занимается. Брейк-данс. Да, да, да. Я был на нижнем брейке. Да, нижний брейк. Он ходит, да? Один раз был. Да нормально, красиво, мы смотрим. Давай, шо? А, Вавка-то, да не надо. Кровь? Ну иди, сейчас залепим. Не попробовать, что надо сделать? Вот так? Нажала. И что, и ждем? Давай, ждем. Раз, два, три. Опа! Я вот такой. А. Оля уже тоже все. Гортензии. Мы приехали до свата на день рождения. Шашлычки там жарят. Шашлычки пожарили по-новому. В томатном соке. Тут закусочка такая у нас. Анечка пришла, торт принесла, испекла. Красивый. Боже, очень. Это ты сама так сделала. Да, волшебство, да и только. Экстерхази, да? Иди. Да. Я хочу попробовать. Пятки. Она попросилась босяком ходить. Ой, стой, у тебя что-то тут прилетело. Это был этот, петунья по голове. Да? Угу. Упала? Стрелочки накрасила. Говори, мы она тебя слышим. Пятки помыть. Все, давай заноси торт, Оля. Ой, свои дочки пятки. Ой. Так, колбаски пожарили. Вкусняшки какие. Красивенько. Пробуем тортик. Это Экстерхази, да? Люся, ты тоже орешки, да, положила? У тебя нет орешек? Это цедра? И Олега мама Люся пекла. Люся, а как торт называется? Птичье молоко. Птичье молоко, да? Тоже очень вкусно. Тоже вкусно. Там цедра так чувствуется. Я понимаю, что это орех. Сейчас попробуем. Спортивно. Цедра, да? Папа, где он был? Мне Дима говорит, что тебе нужен телефон. Да, дай мне телефон. Вкусненько. Да нет. Вкусный? Два разных вкуса, очень вкусно. Акула-баракула, покажи акулу. Тима забыл акулу. А я? Ам! Оля дерево включила. Можешь покататься? Красивенькое. Да. Ой, Димидик, извини. В Юске продается такое дерево. Можно и дома поставить, включить, и красиво будет гореть. Девочки, что вы делаете? Не показывает Оля твою красивую траву. Ну, так показывает. Мы приехали, да, к Ане даже не заходила. Аня, я к тебе приехала, даже не зашла в гости к тебе. Специально для меня? Зря убирала, чтобы был бы себе срач. И не парилась, вот так пылесосила, полы мыла. Мамка приедет. Батареи покрасила, она даже не посмотрела. А, дочь? Она шутит, девочки. Но я правда даже во двор к Ане не зашла. Ой, девочки, это ветер на улице. Это только затих, такой ураган только что был. Ники вся такая зализанная, у Софии штаны аж как порошенька телепаются. Ой, не могу. Сейчас нормально будет. Да сейчас тихо, какой-то тут. Так она нас подушит, тяжело идти там. Я идти даже не могу. Ветер был. Но он третий день уже, ну только что такой был порыв ветра. У меня очки аж слетали. Это вообще. А я иду, мне тяжело идти. София, ходили вообще в аптеку, девочки. Зашли, я говорю, ой, надо ту картошки, то того, вон, понакупили всего. В Аграмоле купила моцарелку, Софийка так любит, пусть ест, она прям с водичкой этой выпивает. Молочко,
топленое масло. Мне девчонки писали в комментариях, тоже попробовали, понравилось. Сахар купила. Вот эти намазочки, сыр плавленый, две штучки. Рикотту себе на завтрак. И мороженое. Тут одно вишенка, гранат, по-моему. Да, вот это гранат и кокосик. Три мороженые купила. Не знаю, девочки, кто любит цены, покажу. Потому что некоторые любят и говорят спасибо. Ну и все. Молоко в другом чеке, бо я купила. Потом думаю, блин, на молоко забыла взять. Молоко 35 гривен. Так, сахар 35. А я перед этим взяла сахар в рыбном ремесле. Сейчас мы по чеку проверим. В рыбном ремесле взяла вот такие вот печеньки с кунжутом вкусные. Потом София попросила эту голубику. Вот эта голубика вышла на 156,60. Пусть ест пока витаминки. Так, лук. Лук взяла. На 22,60. И сахар взяла. По-моему, сахар был 50 гривен. 900 грамм. Сейчас мы найдем чек. Сейчас найду. Так, десяток яиц, хлеб, хлеб, такой маленький кирпичик, и картошку взяла. Картошка закончилась, сейчас уберем ее. Картошка по 27 у нас была. Так, мне надо сахар найти. Ну-ка, девочки. Хлеб белый 14,40. Да. Лохина. Цибуля. Картопля. Печиво. А сахар? Цукор де. Хлеб белый. Ладно, значит, другой чек. Там как-то на два чека дают. Смотрим здесь. Пакет, яйца, цукор. Цукор 900 грамм 50 гривен. Цукор. Ага. Сейчас посравниваем. Рыбное ремесло. 900 грамм. Сахар 50 гривен. Аграмол. Сахар 1 килограмм 35 гривен. Угу. Угу. Ну, бывает сахар не очень сладкий, а бывает сладкий. Ну, ты ж не проверишь, откуда вот ты знаешь. Что тут? Срок придатности 4 рука. Ну, как ты тут поймешь сахар? Який він сахар? Ну, в общем, разница большая, да? 35 и 50. Тут килограмм, а тут 900 грамм. Ну, ладно, будем знать. Цукор, баланс цены та якості. Якість від виробника. Який ви вибираєте цукор, дівчата? Вілка. Гарниша. Вот так. На вид очень даже одинаковый. Забирай наушники. Так. Потом взяли, зашли сейчас буду в морозилку убирать чебуреки. В Гале балованные чебуреки. Не знаю, сколько их тут штук. Раз, два, три, четыре, что ли. Четыре чебуречка.
млинці з м'ясом. Дальше. София попросила наггетсы. Знаю, знаю, девочки, можете мне сказать. Наташа, ты что, сама не можешь взять? Могу, девочки, не хочу. Все могу и не хочу. И эти бендерики, блинчики с мясом. Тут раз я брала и с мясом, и с сыром, просто с мясом. Сметана, президент. И взяла на пробу, я масло беру в Аграмоле, а это в этом, гальваловое. Я помню, раньше было вкусное, 430 гривен килограмм. Вот такую маленькую взяла, маселка, попробуем. Так, тут цены, что у нас тут? Сметана президент 43, масло солодко-вершковое 82,5, 430, вот эта маленькая вышла на 68,80, да? У меня в глазах все расплывается. Чебуреки крымские 81, ну это вышло на 81, так по 177. Млинці з м'ясом 205, наггетси курячі 254, бендерики 193. Все, все. Ну да. А що це мені ще за... А, тут ті чеки. Ну і все, дівчатки. Вот. Сьогодні пішла, видите, в сумках, в руках носила. Галя балована, рибне ремесло, це лікарство. Ну, лікарство не показую. Тут все разбирать, девочки. Я там вам в начале видео вставила, мы вчера на день рождения ходили, это немножко только поснимала. Так, Аня такой вкусный торт испекла, и у Люси был вкусный торт. Люся — это свата мама Олега, мама тоже вкусный испекла тортик. В общем, пообщались, по-семейному посидели. Так, что-то еще хотела, думаю, я с вами давно не общалась. Сейчас я разберу. Вспомнила, что я хотела вас спросить. Сейчас поубираю все в холодильник. Ветер на улице вообще. Что ветер, а творится, что в Одессе затопило, Польша затопила, потом что еще там затопило. Какие города, смотрела новости, это ужас. Чехия, по-моему, да, тоже затопила там. Какой-то Армагеддон. А у нас не капнет, но ветер ужаснейший. Ветер вообще сносит. Я поставила картошечку. Думаю, сейчас быстренько сварю. Не знаю, или кусочками, или пюрешку. Так, и наггетсы пожарила. Вы мне, девочки, варили в духовке. Не стала я греть духовку. Все, их он обжарила. Все, аккуратненько снимаем. Какие красивенькие получились. Пока картошечка варится, с вами поболтаю. Девочки, писали многие в комментариях по поводу вот этой полки напольной для цветов, что у вас такие полки стоят дома, а я сказала, что они для улицы. Девочки, не знаю, может, они другого у вас качества, но я посмотрела, для дома она очень тяжелая. Я не знаю, у вас тоже такие тяжелые? И они стояли, ну, на вот этом подиуме, и внизу уже все было вот так обсыпано, и ржавчина сыпалась. Металл был такой тяжелый, какой-то такой металл, покрашенный вот так чуть-чуть вот этой какой-то краской, такой не серебристой, а вот это как бронза, ну не знаю. Но я попробовала ее поднять, ее не смогла одной рукой поднять. Она очень тяжеленная. Не знаю, такие у вас, не такие. Я решила, что они для улицы тяжелые, что они упадут. И для орхидей, ну вот там вот эти вот подставочки, ну вот эта кругленькая подставка, куда горшок ставится, она для широкого горшка, не для вот этих узеньких. Ну не знаю, может, у вас не такие. Ну, вы же видео смотрели, но я что-то решила, что она для квартиры не подходит. Ну, такая она какая-то грубая, не очень аккуратно сделана. Вот я на нее глянула, так думаю, ну, только для улицы. Вы говорите, на улице поржавеет. Ну, ее красить.
Не знаю. И многие написали, девчонки, что у вас дома стоят такие подставки для цветов. Не знаю. Ну, как-то... Ну, мне она даже визуально не понравилась. Какая-то она такая грубая. Вот уличная. Там вот в интернете я видела, были беленькие так покрашены. Мне кажется, металл такой тоненький. А тут такой металл был толстючий. Я ж ее так не самую высокую вот эту ж полочку, господи, подставку, думаю, попробую подниму. Да я ее одной рукой даже не смогла поднять. Я представила, мне ее сейчас тянуть-то. Микуся, иди сюда. Микуся хочет на лючке. Ну, поздоровайся. Давно тебя видели. Хвостик съехал, скажет, а ты что, мама, на улице такая погода. Чуть не унесло нас, да? Чуть ветром не унесло. Чучуська моя покушала? Покушала. Покушала. Мы сейчас тоже, скажем, пообедаем, да? Софиечке урок закончится. И будем обедать. Так что не знаю насчет этих цветочных подставок. Как-то, ну, мне она не очень понравилась. Значит, у вас другие. Наталья Сергеевна, а я у вас на встрече есть? По поводу этого стула спрашивали, как называется стул, София? Девочки, а там названия нет, стула. Там какие-то есть артикулы. Я могу вам только артикулы, я еще коробку не выбросила. Сегодня шли на улицу, но я взяла мусор, а эту коробку еще никак не выброшу. Сейчас я вам могу показать, кто хотел. Ну, там просто артикул, а название... Зайдите в этот, в интернет, эпицентр, пропишите, будете листать, и вы увидите этот стул, хорошо, если кто хотел купить. Цена и в магазине, и в интернете одна. Вот, центр мебелев, кресло... А, вот, извиняюсь, кресло Афон. Вот, Афон называется. Все, беру свои слова обратно, девочки. Что-то я так гляну артикул, а вот это не видела, только что перевернула коробку. Вот, светло-коричневый, Афон. Модель такая-то, артикул такой-то. Афон, вот он, да? Да, название есть. А я у Софии спрашивала, она говорит, там один артикул. Я говорю, видишь, София, ты невнимательна. И я тоже. Хорошенький стульчик такой, симпатичный. Кто-то писал, говорит, у вас вымазывается. Ну, понятно, надо будет чистить, затирать. Вот. И расцветка такая мне нравится. Нейтральный такой цвет, спокойный. София не дождется, говорит, пока картошка сварится, можно моцарелку? Я говорю, можно. Аккуратненько открывай, чтобы водичка не плюхнула. Я вот в прошлый раз, когда мы купили, я, наверное... Эту банку сама все съела, и я съела буквально за один день и выпила всю сыворотку. Очень вкусная моцарелла. Пусть ну, она дай и стоит мне недешево, но она действительно вкусная очень. Рукой прям? Да, я рукой брала. Ну, я ж, ты ж потом пить будешь, так же ж, наверное, не очень. Ну, ладно. А мы брали еще когда-то, да, меньше были моцареллки? Какие же были? Мы Петриковки маленькие брали. Маленькие, да? Не, это прибегло. Что вы кушаете, девочки? Я носиком так нюхаю. Нюхаю и хвостиком виляю. Сыворотка солененькая, да, говорит. Мы еще за раз выпили. Дала я кусочек моцареллки. Съела. Вкусно? Я бы даже так просто эту сыворотку пила. Пей. Моцарелку надо закусить огурчиком, да? Скажи, ой, мама, такой огурчик вкусненький. Хрум-хрум. Все, будем с Софиком обедать. Нам приятного аппетита. Картошечка, пюрешечка. Ну что, вкусное пюре? Да. Это новую картошку какую-то купили сегодня. Хорошая картошечка. Угу. Да? Может, сметанки взять? Не хочешь? Люблю. Я люблю на картошку еще сметаны полить. Это в детстве у меня было любимое блюдо. Картошка, пюре и сметана раньше вот в таких стеклянных баночках была. Она, правда, жидкая такая была и кислая. Но мне нравилось. Хорошая. Ладно, так поедим. Я вообще буду одну картошку. А
нравится. Все, тогда с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока.